И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кирилл, мы продолжаем смотреть модули Майнкрафта, это уже 79-я часть наших обзоров, и сегодня у нас снова новый мод, и он очень-очень маленький, но я все-таки решился сделать на него обзор, потому что он очень круто сделан, и давайте же приступать, этот мод добавляет нам индикатор урона в игру Майнкрафт, да, это действительно так, и вы, наверное, не понимаете, о чем я, но если мы теперь подойдем к любому мобу в игре Майнкрафт и просто ударим его чем угодно, хоть рукой, хоть мотыгой, хоть лопатой, хоть чем, мы просто его ударяем, и что же мы получаем? Мы получаем номер, который вылетает из самого моба и такой вылетает и исчезает. Это означает, сколько урона мы нанесли. И это сделано очень красиво. Анимацию просто посмотрите. Хоп, улетает и вниз куда-то. Хоп, опять один. Это означает, мы нанесли всего лишь один урона рукой. И давайте мы теперь попробуем ударить его алмазным мечом. Точнее, не его, а ее овечку. Мы нанесли 7 урона. Ну, это понятно. Давайте еще раз. Да, как можете видеть, появляется цифра и исчезает. Мы получили 7... Ну, точнее, мы нанесли 7 урона. Теперь давайте попробуем. Почему ты ешь мою траву в моем обзоре? Кто тебе разрешал? Да, как можете видеть, деревянный меч наносит 4 урона. Попробуем стрельнуть с лука. Затягиваем. И бум. Все, хедшот. Мы нанесли 7 урона. Это мне почему-то напоминает Call of Duty, довольно-таки странно, но по идее это должно напоминать какие-нибудь MMORPG игры, где вы бьете мобов и появляются такие вот значки, сколько вы урона нанесли. Точнее, не значки, а номер. Но да, я думаю, это все, что этот мод добавляет. Вот такой вот у нас сегодня очень маленький обзор. И дальше будут большие обзоры, я вам обещаю. Но если вам понравился этот обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Кейн, и до новых встреч!